увы, которых ожидает отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. О, ваши дни благословенны. Чё, знаете, ныне ободренное, рачением вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумов нефтонов российская земля рождать. Науки юношей питают, отраду старым подают, счастливой жизни украшают, несчастный случай берегут. В домашних трудностях утеха, а в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладкий и в труде. Та-дам!